Телеканал «Дождь» представляет кино молодых и перспективных режиссеров. Каждую пятницу сразу после программы «Музы» мы запускаем в недельный эфир новый короткометражный фильм. Смотрите в эту пятницу фильм Руфата Гасанова «Форс-мажор. Краткая история свободы, обернувшаяся разочарованием». Смотрите молодое короткометражное кино на «Дожде». «Форс-мажор». Премьера в пятницу в 23:15. Сразу после «Муз». Не пропустите.